Всем привет, дорогие друзья, с вами Аид, и сегодня мы будем проходить карту с моим другом Don't Worry. Да, всем привет. Карта, друзья, что-то там называется, как-то так. О, здесь все написано, то есть правила. Давай я прочитаю. Не ломать, не ставить блоки, кроме глины, не использовать читы, моды и так далее. Играть на мирном. У нас какая стоит? Мирная, да. Да, собирать алмазы, карта дружба, вот, кстати, название ее. Карту создали Макс, Димчик и Витмит. Удачи, играть вдвоем. Ладно, давай ложись на кровать, поспим. Хорошо, алмазы, так как я понял, это как бы призовые очки. Да. Всё. Так, что тут в сундуках? Первый вот. Игрок, второй игрок. Первый. Ну, бери из того, я из этого. У меня обувь и там шляпа. Одинаково. А, да? Окей. Там первая. Подожди, уровень. Здесь глина, глянь, глина. Может, глину ломать нужно или... Кроме глины, то есть глину можно ломать. А, тут да? По алмазам уже. Какой ты внимательный, ладно. Первый уровень, огненный лабиринт. Так, давай. Ну, какой-то он сначала не очень сложный, а вот потом, может быть, уже да. Давай ты туда. А, тут ничего нет. А я... Тут вот, о, вода, я нашел еще 4 алмаза. Даже не 4, даже больше. 5 алмазов. Так. Круто. Здесь могут быть спрятаны где-то какие-нибудь вещи. Ты сгорел? Нет. А, надо потушиться, вот. Что означает игровые правила обновлены? А, Game Room, Game Inventory. А, понятно. Что-то я вот не понял, я, по-моему, везде так прошел. Здесь, наверное, по-моему, через лаву нужно прыгать. По воде, наверное, нужно плыть. Я догадался, да, по воде. А то я думаю, что везде тупики. Еще 5 алмазов. Вот твоя награда. Отлично. Видимо, прошли первый уровень, но нет, на самом деле не прошли. Надо продолжать. И да. Второй уровень. Помоги другу. Разделяемся. Первый игрок, второй игрок. Ну, давай. Я брал вещи из второго сундука, поэтому давай я буду вторым игроком. Тут глина, ты пропустил 2 алмаза. Так, ну, я тут первый. Тоже есть глина, поэтому я взял еще 4 алмаза. Так, тут иди туда, как бы. Ты первый, как я понимаю, ты сейчас будешь мне что-то выдвигать. У тебя там рычаги есть, смотри. Так, вот на первый нажал, открылся последний, знаешь, нужно последний открывать. А, что? Они еще пропадают? Давай тут. Подожди, какой, смотри, они как-то в разноброс все. О, нет. Я открыл четвертый, у тебя открылся. Давай, я на него прыгну, он ты пропадет. Ты мне цифру говори. Он не пропадет. Три открываю. Так, видишь, три, они не пропадают. Два. Один и пять, да? Ну да, 5. Готово. Угу. Я прошел, тут сундучок, еще 5 алмазов. Так. Вот, ты, да. Ты можешь пойти, пока я не прошел? Да, там дверь открыта была, я тебе должен был помогать. Так тут 4 алмаза, у меня уже 6, ой. У меня уже 21. Третий уровень, здесь? Надо подумать. Ну, что тут думать, тут, наверное, кто-то должен прыгнуть в лаву, куда еще-то. Да? Ну, может понажимать, там кнопки какие-то есть. Ну, может, сундуки какие-то, кнопки есть, конечно, но как бы... А. Это очень... О! Че? Там в каждом углу, как бы тебе сказать... Воронка есть, вагонетка точнее. Опа-на, я заметил, мы должны были переместиться, то есть вагонетку нажать? Да. Ну, можно было просто перепрыгнуть. Я просто не попал по вагонетке, я так потыкал в лаву, но не попал. Ладно, ломай. Почему я сломал, у меня нет сундука? Пусто. Игрок 1, игрок 2. Опять разделяемся. Четвертый уровень, лабиринт. Ну, давай теперь я буду игроком 1, ты игрок 2. Ну, ладно. Я буду Да поможет тебе друг. Куда идти. Так, ну, тут все просто, ты идешь, иди влево. Тут там куча алмазов. Прямо глина есть. Возвращайся, иди направо теперь. Идешь. Так, стой. Иди. О, глина. Довольно большой лабиринт. Да? Вправо не иди. Ой, я упал, там была дырка в стекле. Теперь мы с тобой оба в лабиринте. Ладно, давай искать. Я нажал на него, есть еще алмазы. А, все, я прошел. Да? О, я все так, только тут могли быть где-нибудь алмазы, но ладно. Еще, я нашел немного. Нет, тут больше прохода нету нигде. Уровень. А, нет, есть. Аккуратно. Что делают эти плиты? О, сундук. Сундук с одним алмазом. А что они делают, собственно? А, ничего не делают. А, стрелы. Ой-ой. Прыгаем. Кстати, нельзя вытаскивать, наверное, из раздатчиков, это немного нечестно. Ладно, 6 уровень, что тут написано? Последний прыжок, что-то эпичненькое. Давай, поспим. Спать можно только ночью, включай ночь. Готово. Это готово, отлично. О, странные звуки. Все.
Ну тут все понятно, паркур по лесенкам. Вот туда вот сразу. Ова. Да. Вау, как ты это сделал? Да это легко, ведь я мастер паркура. Да? Я вообще не умею паркурить. Ну, я, если честно, тоже просто не знаю. Тут несложно пройти. Вот я упал. Телепортируй меня к тебе. Да. Просто сложно прописать твой ник. Ну давай, прыгай. Проходи немного. Не-не-не, я не умею, проходи ты. Ну ладно, я буду проходить как мастер. Ты будешь когда телепортироваться? Сразу. После каждого прыжка, ну, как-то это не очень. Ладно. Ну, сейчас ты телепортируйся, тут сложно. Ладно, вот это легко все. Туда, туда. И... Ладно, неудача. Короче, давай просто проходим без этих телепортов. Тут не так уж сложно. Давай. Я просто вообще не умею по паркуру. Мне вообще паркур... Для меня это очень сложно, видишь? Там, по-моему, shift нужно нажать в полете или как? Нет, не нужно. Просто лесенки, на лесенки нужно допрыгнуть. Кстати, сейчас я не могу допрыгнуть, хотя там я допрыгнул с первого раза. Да, вот все, снова допрыгнул. Ладно, давай как-нибудь по-хитрому сделаем. Не знаю, как тут можно хитро сделать. Обычно я всегда, когда прохожу один, прописываю спаунпоинт и убиваюсь. Так проще. Но, ладно, стой там. Я пока тут допройду немножко. Тут я в последний раз, когда я проходил, упал на последнем прыжке. Все, я допрошел, давай телепортируйся. Тут вагонетки, бери одну вагонетку. Поздравляем, это конец уже. Так, да? Вы прошли карту «Дружба», ждите паркур, это будет вторая часть, ждите карту «Логика», это будет третья часть. Спасибо всем, кто играл в карту, всем удачи и пока. По скриптуму, у вас должно быть 64 алмаза за всю карту. У меня 24. Сейчас сколько алмазов? 24. У меня 37. На, стак некий, посмотри, сколько будет. Давай. 61, где-то не нашли еще 3 алмаза. Ну, 3 алмаза, почти мы прошли полностью, это неплохо. Так, я поехал, посмотрю тут... почему я не доехал, когда я еду? Все. О, я за тобой. Сразу прям за тобой. Посмотри. Осмотреть карту. Да, тут куча факелов. Я вначале, когда заспавнился, я заспавнился сверху, я все это видел. Оу. Да. А... Ну, в принципе, наверное. Нет, я назад поехал. Да, ты упал? Не да, туда. Может там в конце что-то есть. Может, прям не конец карты. Не конец карты, ну я вон вижу, она куда-то наверх. Ну давай доедем и посмотрим. А ты где? Я вот. Так. А ты где? Почему ты там остался, я-то еду? Так ты нажми кнопку вперед. Я видел. Видел, как ты упал. А, вон ты. Я сейчас телепортирую, собственно. Ну давай, все, я падаю. Там есть какие-то домики. Че в этих домиках? Ну просто включим креатив, долетим, посмотрим, что там. Давай, я сам себе включу. Креатив-то я включать умею. Гейм-моди 1. Ну, какой ты быстрый, опять полетел раньше времени. Тут, наверное, какие-нибудь недопостройки, типа пробный уровень. Что тут написано? Возьмите для ПВП. Спальня. Можете поспать. ПВП. ПВП? Да. Как может быть ПВП из одной точки? Стоп, там вещи же два комплекта, дай мне один комплект. Да-да-да, я ж беру все по одному комплекту себе. Только для чего кирка, алмазы и так далее. Чаровать. Сейчас смотри, мы зачаруем и будет ПВП. Отойди от меня, я буду себя чаровать. Иди почитай да. Себя. А где наковальня? Там или, дальше. Или зачаровальня? Наковальня-то зачем? Зачаровальня, вот она дальше. Да. Ну блин, как удобно, вот. Почему нет никаких раздатчиков с выбрасыванием? Короче, давай зачаруемся на 30 уровень меч, да и все. Думаю, давай. Так долго. Долго слишком. Так, 8. Вот, у меня уже 17, 19. И осталось... Всё, я ну ты быстро. Даже 31 вообще быстро. Так, ладно, меч чарую, сейчас смотри, что-нибудь крутое. 27. Антача 2, небесная кара 5. Чувствуешь, как это звучит, а? Всё, 30 левел. Так, теперь я чарую, и у меня... Так, 30 левел, добыча 2, гибель насекомых и прочность 3. Блин. Тут есть какие-то башенки. Ну-ка. Ну все, ладно, давай начнем. Давай. Давай, ты готов, да? Да, всегда готов. Че ты какую-то плиту поставил? Я не знаю, у меня в руке было. Ну, как-то ты нечестно так воюешь. Че? Так че ты меня тоже решил стрелять? Вот куда ты побежал? Ага, я в обход. Там лава. Есть, я тоже попал. Да. На!
Ладно, ты на самом деле знаешь, что я мастер ПВП, поэтому давай не будем... Вау, ты меня откинул! Конечно, у меня отдача 2, я тебя к стене прижму, да убить просто. Отдача так не сильно, острота лучше, хотя у меня нет остроты. Зря, зря, зря ты это сделал. Да? Сколько у тебя? Есть! Три сердечка осталось. 6 ПП. Вот, блин. Ну ладно, давай, закончим на этом, пора уже заканчивать. Собственно, да, на этом пора заканчивать. И если вам понравилось, то ставьте лайки. Ай! Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.